Этот мод для BeamNG Drive показывает, на какую сумму вы разбили машин в этой игре. Кайфы. Давайте вкратце за 15 секунд объясню, как это все работает. Итак, работает это на нескольких картах. Юта, США, West Coast, East Coast и Италия. Я сейчас нахожусь в Италии, в общем-то, после того, как вы установили этот мод. Называется он Destruction Missions, точнее, просто Mission. Ссылка будет в описании. Вы переходите на карту и здесь листаете вниз к кастомным миссиям. На каждой из вот этих карт, которые я перечислил, есть какие-то вот эти вот миссии. Вы, в общем-то, их просто начинаете. Давайте вот сейчас, например, вот это с силовым полем, типа, которое будет отталкивать машины. И, в общем, после начала миссии вам дается определенное количество времени, вот, например, минута и 10 секунд, я не знаю, можно ли это время увеличить, и, в общем-то, ну, как бы это сделано как миссия, то есть не просто как мод, в котором вы берете машину, было бы, конечно, круто, но я не знаю, может быть, такое сложно реализовать. Так, а ну-ка иди сюда, сколько будет стоить сейчас вот, например, вот это вот, ой, блядь, ой, сам я немножко тоже это обдубасился, смотри, просто вот какой-то придурок тут проносился мимо, и все, и попал челик, смотри, на 51 тысячу. О, сейчас тебя прижмет, братан. О, сейчас прижмет. Не, подожди, я не так хотел. Я хотел, чтобы просто к стенке прижало. Куда ты убегаешь? Подожди, стой. 52 тысячи. 52 тысячи долларов просто вот так вот с одной машины. Я не знаю, в жизни стоила бы такая машина вообще 50 тысяч. Не, ну 100 тысяч. Но это я не знаю уже. Это уже, по-моему, проще новую, такую же самую купить. Ну просто. Все, больше она уже... То есть вы хотите сказать, что вот эта тачка, которую я сейчас разбил, 96 тысяч долларов стоила чего? Смотри-ка, вот эти вот тачечки, вот они уже подороже. Посмотри, на которых копы, короче, катаются. 500 тысяч долларов вот так просто за одну секунду. Помните в NFS, я не знаю, если кто играл, ну, типа, я думаю, много кто играл, да, в старых NFS. Там были, по крайней мере, в Most Wanted, по-моему, только в Most Wanted, может быть. А, Most Wanted, Carbon, наверное, Undercover тоже были. Ну, Undercover я не особо много играл. Типа, ущерб городу, или как он там назывался. Короче, то есть вы там катались, оно в некоторых заданиях было, то есть нужно было определенный ущерб нанести городу. Просто посмотри, 1,5 миллиона долларов, ё-моё. Вот бы, бля, вот как бы было бы прикольно, если бы этот мод потом позволял вот эти деньги на карту выводить, да, которые тут на это, в реальной жизни, прикинь, да? Ладно, блядь, я, конечно, фантазер, уже заколебался своими фантазерскими шутками. Давайте переместимся на другую карту. Ладно, подожди, закончится миссия, чё тут? Чё мне, что мне скажут, что я молодец или что не очень? Так вот, очень похоже, да, на то, что... А как там я ещё? Сколько там? Success, хорошо, отлично. Давайте-ка мы переместимся, знаете, куда? Вот сюда, на хайвей. Я уверен, что там есть какая-нибудь миссия, где просто можно по шоссе дубасить. Так, погоди-ка, тут в самом вот начале, как только загружаемся на карту через вот это шоссе, на стартовой вот этой вот точке есть начало какой-то миссии. Ну-ка. О, какие мы. Так, можно, чтобы не 5 FPS было? Спасибо большое. Итак, ну готовьте, уезжайте быстрее, что ты тормозишь? О, зря. Тру-лю-лю-лю-лю. Блядь, не понял. А где мои 500 тысяч квадриллионов миллиардов лошадиных... Блядь, так я ж сюда не влажу. Так, погоди-ка, я могу как-нибудь зареспавдиться? Не? Так, ладно, я у компании запросил новый грузовик. Давай-ка я лучше вот это вот объеду. Все, мне просто нужно привезти воздух в город. Вот и все. Я приехал с другого побережья вообще, соединенных ваших вот этих вот штатов Америки. Ну-ка, блядь, сколько твоя тачка стоит? Сколько твоя машина стоит? Признавайся, хуяндопола. О, нормально. Ну, чувак, как бы так быстрее всяко, да, чем ты тут перся, так что это. Можешь даже поблагодарить, я считаю. Можешь даже поблагодарить. Давай, короче, смотри, я трюкач, блядь. Я сейчас его вот так вот, смотри. Опа, нахуй, кидану туда. Блядь, отцепляйся, давай. Опа, нахуй. Вот это форсаж, ебать, пиздец. Так, походу, моему грузовику тоже хорошо сейчас очень стало. Ну, слушай, на 148 тысяч долларов ничего так нормально. Нанес чуть-чуть ущерба. Правда, там он, наверное, улетел еще в другие машины. Что-то как-то трафика маловато. Что-то как-то... О, полиция. Приветики, здравствуйте. Чё, нормально попреследовали, да? 5 звезд, всё. Где ваши корветы на 5-м уровне погони? Где ваши корветы прокачанные, которые невозможно? Блять, реально Most Wanted какой-то. Прикольно, блин, на BeamNG Drive на самом деле. Я вот как-то не следил особо за игру, и тут столько модов всяких, реально. Огромное просто количество. Мне кажется, уже, блин, сейчас скоро как в Майнкрафте будет тут модов. Или как в GTA какой-нибудь. О, вот это должно быть дорого. Ну, не то чтобы прям супер, но там 100 тысяч, по-моему. Тут еще вот пишется красным текстом, типа, отдельно на каждую машину, сколько чего стоило. Бля, слушай, грузовик неубиваемый просто. С ума сойти. Но, не, в городе, конечно, мне кажется, да. В городе, мне кажется, побольше было.
Короче, окей. Что тут еще у нас есть? Так, я... Не, подожди, я хочу... Ну-ка. Тут есть какие-то миссии автобусные, нифига себе. Так, короче, с крыши скидывать тачки. Давай. Приветики, приветики. Так, какие-то крутилки-вертелки. Это что, Fall Guys уже пошел какой-то? Так, блядь, подожди. Машины падают. Ай, блядь, все, ясно, приехали. Ну, я как обычно. А ну-ка. Давай, давай. Оно ударит его? Давай, давай, блядь, там миллиметр, пиздец. Так, подожди. О, вот этого давай толкну туда. Мне кажется, это будет проще, чем вот этого зеленого разворачивать. Потому что... Но... Чего, блядь? Instability detect. Large spinner. Симуляция приостановлена. Можно не останавливать, в принципе, было. Ебать. Это новое? Это новое, судя по всему. Потому что денег пока что написано, что я ноль ущерба нанес. Так, мы немножко застряли. Это ничего страшного. Ну-ка, давай. Все. Пожалуйста. Симуляция остановится сейчас опять? Не? Ух, блядь, ёб твою. Нормально. Вы должны оставаться, короче, на крыше. Ладно. Бывали когда-нибудь на крыше в BMG Drive? Я лично первый раз. Руфер. Это уже как симулятор руфера. Давай, короче, опять с вот этим вот силовым полем, потому что это, по-моему, самое четкое. Давай вот. Сколько вот у меня прям максимум получится, вот настолько ущерб, вот, давай, вот на 5 миллионов получится, как думаете? Не знаю, посмотрим, может быть, может быть. Так, я уже вижу жертвы свои. Сейчас прогрузится, блядь, нихуя себе точило. Я такой не видел в бимке. Не понял, куда попропадали? Вы чё? А ну иди сюда, блядь, куда? Куда? На нахуй, пиздец улетел. 45 тысяч сразу вот так вот моментально. Блин, только проблема-то в том... Не... Смотри, подвески похуй просто, да? Даже ничего не написала, блядь. Понятно, приехали. Так, ладно, давай я, короче, аккуратненько тут спущусь. Ну-ка, хуян допало. Чувачка подтолкнули чуть-чуть. Ух, блядь, столб словил. Неплохо. Все, он приехал. Приехал на 65 тысяч. Человек себе спокойно... О, кто-то припарковал машину, а когда вернется, придется отдать... Ноль, блядь. Походу, ничейная машина. О, приветусики. Не хотите за мной погоняться? Нихуя себе она там стоит, кстати. Нормас. И ты давай получай. Где весь трафик? Блин, здесь же как-то, наверное, по-моему, можно подкрутить типа вот эти вот настройки трафика. Бля, бимка так-то прикольная. Мне нравится, слушай. Я типа иногда пофаниться заходил, но особо вот так вот, чтобы залипать и что-то делать, тут конкретно не пробовал. А мне нравится. Если хоть нихера там полицейская. А, не, она всего лишь на 35 тысяч. Вот это вот дороже стоило. 51 тысяча. Подожди. Хотя ладно, не подожди, 25 секунд тем временем у нас. И сколько максимум я смогу раздубасить? А ну иди сюда. О, бля, в тоннеле это вообще удобно, потому что, смотри, тут машины просто вот так вот, блядь. Да, блядь, ясно. А не, она едет, у нас еще есть шанс что-то тут сделать. Бля, а как турбобустер этот активировать? Нитро или кто, или у меня? А, у меня, наверное, нету, потом, по-моему, там снизу слева была, снизу справа, точнее, была такая штука. Давай, давай. Еще на 4000, нормально, так просто проехался мимо. Если что, кадры со съемок, блядь, 12-го форсажа. Правда, еще какой там не вышел, 10-й, один, хуй его знает, давно уже не следил. Подожди, 10-й ж, по-моему, не, 9-й вышел, там где этот был, да? Джон Сина, по-моему, или кто этот, блядь? Ну да, да? Да? Какой-то рестлер, короче, вот этот вот, или кто? По-моему, это 9-й был форсаж, а 10-й еще не вышел. И про него еще даже ничего не известно, да? Так вот, ну, короче, это 10-й вот. Или если 10-й вышел, я просто точно не помню, но я как бы сценарист. Просто я настолько быстро сценарий уже эти пишу, что, блядь, забываю, типа, реально. Потому что, ну, типа, ну, там же, сами понимаете, вот этот конвейер, надо быстренько-быстренько делать вот это все. Так что да, в общем-то, вот. Мы придумали вот такую вот тему, что, типа, у нас силовое поле, блядь, вокруг машины. А вот эта машина Доминика Торетто. Это, кстати, реально похоже, только у него бы была бы, скорее всего, черная вот с этой красной хуйней здесь. Что такое? Словить не можешь, да? Приехал, блин. Кстати, а чё они быкуют на силовое поле? Я, блядь, тут при чём? Ну вот гравитация так работает, что я сделаю? О, смотри, какой уверенный. Смотри, какой уверенный. И назад. Ну, короче, давайте вот. Если, типа, я не знаю, если сколько-то там лайков, например, 3 соберется, то, может быть, сниму еще что-нибудь под бимки. А если 5 соберется, то если 5000 лайков, ладно. Это уже шутка. Короче, если хотите, еще бимку увидишь что-нибудь здесь. Я не знаю, прикольное. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Блять, уже заебал. Поставили уже. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока. Вот. И комментарии подписываться не забывайте, да.